Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Юджин Плей. И сегодня мы будем продолжать играть в World West. Усаживайтесь поудобней. Ну и, конечно же, наливайте чай, кофе, печенюшку и погнали. В предыдущей серии мы освободили заключенного и не захотели отдавать вот этой свинье. Вот этой вот мэровской свинье. Документы от фермы, вот. А мы не хотим отдавать. Сказать, что у него он держит этого пленника. Да, этот посетитель. Ага, если местные органы правопорядка об этом узнают, моя репутация пострадает. Что я могу сделать, чтобы никто об этом не услышал? А нихуя законом. Да, вероятно, у меня нет другого выбора. Хорошо. Так-то мы и быть. Я не знаю, где находится твой муж. Его отправили прямиком к Шелби Кроссу, но держали его с человеком по имени Эссекс Маст. Собственно, что нам уже и сказал этот пленник. Вот он точно знает, где сейчас твой муж Эссекса держит в плену в пустошах Астропинов. В городке под названием Квик Бенд. Ты лучше поспеши. А теперь будьте так любезны, смотайтесь отсюда. Вендетта объявлена. Вы отдали мэру Иксу документы на его ферму. Почему? А я же никому не отдавал. Что-то я малость не понимаю. Я же не отдал. Я даже их на ферме не забирал. Что-то тут какой-то это... бредовый косяк, так же как и вот с этой косячиным, блядь, заданием. Я не могу его выполнить. То есть 24 дня осталось, а я его все равно не выполню. Я его убил, но хули толку-то? Это что, отправляйтесь... так, подождите, а нам же надо было встретиться в ком-то. На встречу хамаки... этих, любовное письмецо пидорасов-то. Ну давайте сходим. Опачка. Что-то на нас напали. Сейчас мы нахуй разрулим все. В смысле, и все, что ли? Ну все, что так переживать-то? Да не нужно мне там мясо, мне вообще не надо ничего, надо просто играть. Все. Мы же и вот шли, волков нашли. Ну что тут долго, во. Что новая локация. Гарланд. Угу. Что у нас тут? Ты кто? Преступник. Ну, наконец-то хоть кто-то приличный пожаловал. А то здесь, кроме молокососов и мемлей, никого не встретить. Если ищешь защиту, она обойдется тебе. 75 баксов устраивает? Шел нахуй. Ясно. Очередная тупица. Ну да ладно, ребят, не будем так. Здрасте. О! Подожди-ка, а ты еще кто? Духи тебя побери, послушай советы, не суйся в чужие дела. Сказать, чтобы они оставили охранников в покое. Подожди, а я же вообще не сюда зашел. Не на... Блять, ладно. А так вы что ли с этой гнидой, друзья? Похоже, сегодня нам придется рыть две могилы. Предложить решить конфликт дракой, агрессия, достать оружие, агрессия, купить. Пошел он нахуй, мне он не нравится. Давай поеблу. Ну давай, тварь, я тебя и без оружия уделаю. Подожди. Сука ебаная. Тварь, блять. Сейчас, подожди, что-то вам беру. Вот так. Угу. Так, ты кто?
Нет, ты кто? Хаок Ясили. А ты кто? Карл Янг. Ой, вы путешественник? Да, у меня тут накопились деньжат. Заплачу, если вы поможете мне. Поможете. Предлагаю вам работу $100,000. За что? Понимаю, моя семья раньше жила в соседнем городе, когда им пришлось уехать, кое-какие дедушкины вещи так и остались, например, старый дневник, а больше у него ничего от него и не было. Поищите эту штуку. Да, поищу. Угу, спасибо, что выслушали. Вустер, вот где мы тогда жили, в доме на главной улице. Денег у меня немного, но отец всегда говорил, что честная работа должна справедливо оплачиваться, награда будет, когда вернетесь. Ну все, спасибо тебе, что слушаешь батю. Так. Ну, блять, ну как с тобой-то, вот. Надо убираться из этого долбанного городка. Прости, незнакомка, что мне пришлось все это увидеть. Спасибо за помощь. А как ты хотела передать мне письмо, очень вовремя, надо сказать. Это дело в том, что я не умею читать. Если тебе не сложно, можешь сказать, что там написано. Да ладно, чё уж нахуй. Он и правда так сказал? У него тоже ко мне чувство, фу, блять. Он хочет вместе сбежать. Ну бегите отсюда, чтобы вас нахуй. Нахуй вас. Нахуй, нахуй на ваши хуи, нахуй. В следующее полнолуние мы отсюда уедем. Построим себе дом. Дожди и бури. Поверить не могу. Что хуй. Ну ладно. Спасибо, подруга. Возьми этот оберег в знак моей благодарности. Ты сделала мир чуточку лучше. Фу. Репутация. А что тут у нас же все? Ловить нехуя, убивать некого. Значит, пойдемте дальше. Так. Это что там, дневник? Вустер. Квикбенд. Тайник. Тот, кто оставил ценное в этой глухомане, точно не хотел бы, чтобы кто-то случайно на них наткнулся. Ну, давай, добежим. Потом в бустер и вот сюда. Ага. Так. Дружище, после всего того, что ты для нас сделал, мы с Хакимом хотели дать тебе знать, что выбрались из Галеонова... Галеонова моста. Мы отправились на запад свободными людьми, чтобы найти для себя маленький счастливый уголок. Мы будем молиться за тебя до конца наших дней, приятель. Да хранят тебя духи. Хосе Бейли. Ну, и, наверное, и вам всего хорошего. В смысле, так я же здесь был. Я же откопал этот тайник. Где она? Джули Айма, ну... А зачем? Почему она так и осталась? Ну ладно. Это мы здесь были уже. Были-были. Давайте в бустах. 13 часов. Это уже... Хм. Интересно, даже никто на нас не напал. В основном всегда, когда так бежишь, долго скачешь. Кто это... О, ты чё, ебанул ещё? О-о-о-о-о-о-о-о, ты как, ты... Иди нахуй. Тихо-тихо, подождите, стоп! Ты убила моих родных, я этого не забуду, слышишь? Мысли так. Подожди, а мы куда пришли? Ебать колотить, мы на ферму пришли. Стоп, 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 нет, не хочу убегать. Или не? Не, это какой? Я думал, тут мы на ту ферму вернулись. А я тут что-то перепутал. Ледяной голос. И чё?
А мы вообще зачем сюда пришли? Так, они жили в доме на главной улице. Стоп. Старый дневник. Ну все правильно. Он сказал, жили в доме на главной улице. Но улица тут одна. Это что такое? Вот это тут? О, динамит заберем. Хоть я и не пользуюсь, но почему-то таскаю. Люк. Требуется ключ от магазина. А, это магазин. Вот как нахуй. Это у нас магазин. Не, а он жил в доме. Это что, салон? Салон нам не нужен. Почта. Тут что написано? А, доктор, врач. Вот это что ли дом? Или вот этот? Потому что больше домов-то нету. А куда ты запрятал? Ну не на почте же он жил, или я прослушал? Тут нету ничего. Стул посидеть. Шкафчик. Ну давайте оббежим все тогда. Где он жил, там мы же не знаем. О, плита, готовить. Угу. Как раз избавимся от ненужного. Так, чуть-чуть избавились от хлама. Надо ключ от магазина. Или опять отмычку. Что это такое? Фотография? Ну, не знаю, может понадобится, хотя... Ну, вряд ли. Стеклянный глаз. Нет, глаз у меня и свой есть, нахуй. Так, стоп, а наверху? Может быть, он наверху жил? Пусто, пусто. Пусто. Можно сказать, тоже пусто. Клей. Хм? Так, понятно, что ничего нам не понятно. Это что получается? Так, а тебя как зовут-то? Ну не копать же все, блядь, раскапывать ради ключа. Да ну, это было бы, ну, глупенько, блядь. Ну. Так. Что-то я пока не понимаю. Фу-фу-фу-фу. А как его деда-то звали? Подожди, а где тут он? А почему его... Найдите предмет старый дневник. Что-то не хватает. Не.
То, что не хватает, это само собой. Но почему у нас вот здесь не высвечивается в основных, ну то есть в списке? Не знаю пока даже. Вот так-то мы все обошли. Все, и что, и почту, и все же. Давайте побежим дальше, потому что, ну, найдем, ну что. Не зацикливаться же на одной этой. Тут он, лошади пизда, тем более пришла. Никто не знает, что именно здесь произошло. Ага. Найдите предмет старый дневник. У меня вообще желание, знаете, вот сбегать вот куда-нибудь вот сюда. Один день, 16 часов. Не, наверное, вот так, чик-чик. Да. Опачка. Караван. Мы же в люк-то не зашли. Нет, остановиться. Дайте-ка мне купить отмычки. Отмычки отмести. Здравствуйте. Здравствуй, старина. Ох, 212. Ну, забирай мне вот эти вот. Угу. Мне как-то они, знаете, не особо-то нужны. В смысле, и все, что ли? Да чтоб вас нахуй обокрали, блядь. Сука, меня только ободрали. Отмычки надо? Тогда вернемся. Эх, ночь началась. Деньги и власть всегда имеют другую темную сторону. Ну, может быть. Подождите, я не успел сохранить. Что тут опять? Мы все тут правила знаем, давай-ка разберемся. Тебе страшно? Я отсюда чую. Или это не китаец? Ты меня обманула, в стоячей воде в покер проигрывать не принято. Да и с членом в руке помирать тоже. Так, подождите, что-то у вас тут нахуй... У любой проблемы есть решение. Идите нахуй, некогда мне. Так. О, ты чё продаешь? Что охотница с так? Нужно пополнить запасы? Да. Так, сломанную лопату, фотку забери. Это карты, это что за хуйня? Радужная пыль. Не знаю. Я вон потихоньку уже стал мясо изжирать. Карту за 170, ого, блядь. Берем. Вот так, чуть-чуть пополним. Карту-то за 170, это ладно еще. Так. Бинтов уже на 50% больше восстанавливает здоровье. Три надо штучки. Ну тогда. Давай больше денег. Все. Так, подожди, старушенце, стой. Чем могу помочь? Угу, кажется, вам эти сведения очень нужны. Возможно, нужно настолько, что вы готовы заплатить, скажем, $10. Ну хуй с ним, 50, все ладно. Ага, я слышала, что у вас с местным барменом есть нечто общее, возможно, стоит к нему заглянуть. Так, подожди. Ты что-то тут, сука, иди ты в пизду, старая. Вымогаловка ебаная. Занимается и все. Охотница за головами.
Да нет, 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 бармен, вот поговорить. Знаешь, а ты выглядишь прямо как эта охотница, о которой все говорят. Ну так, блядь, я, она и есть. Пить хочешь? У нас полно эля. Нет, давай про мужа. А-а-а, виски, значит. Будет сделано, не забудь салфетку. Здесь нельзя говорить, встретимся на кладбище. Так, где у вас к хуям кладбище? О, это что такое? Так, подождите-ка, стопы. Да ёбаны, заколотили все. Это что-то типа церкви. Угу. Угу. Чтоб типа тут нахуй закопали, что ли, сразу? Ну-ну. Безымянная, безымянная. Не обязательно поговорить с этим, с барменом на кладбище. И где он? Где, где, где? Где? Испугался? Не пришел? Походу, не пришел. Ищите, где остановиться. Здесь чистые эти... Ты... А, она затупилась, что ли? Ядрить, колотить. Ты пойдешь? Нет. Так, подождите, стоп. Это у нас что за город? Квикбенд. Найдите Эскиса Маста. Пизду, пока она там отупит, затупит. Рональд Сигер? Нет. Да ёбаный, ты кто? Ты никто, в общем, уже нахуй. Не, или ты вот все-таки, стоп. Как звать? Это затупилось тоже. Ты Эскис. Охотник. Нет. Ну что я должен так, блядь, бегать, что ли, по каждому? Ага, охотник за головами. Не люблю я вашего брата. У нас тут закрытая вечеринка. Проваливай, то не то получишь. Просить... Может и есть у нас там Алонзо, а может и нет. Может все абсолютно на это насрать. Тебе это волновать не должно, охотница за головами. Хочешь поволноваться, у меня полный револьер патронов. Слушай, давай. Я ж, сука, тебя сейчас расколочу прямо здесь. Джерри Перри, а это кто? Шериф. Чё-то нихуя не пойму, а где? Выйти, зайти. Выйти и зайти, может, еще раз? О! Ты кто? Леонардо Марик. Ась, ты кто, пришик? Пришла поглумиться, как все остальные? В смысле, ее привязали или что? Или она себе вены вскрыла? Мой банк, мой прекрасный банк. Полы были паркетные, свет электрический. Все, все чисто и красиво, чтоб этих треклятых бандик и как бандитов штормом смыло. Что? Этот жирный ублюдок Луи меня просто выкинул наружу. Теперь каждую ночь приходится смотреть, как он мой балкон мочой поливает. Просто, чтоб меня позлить. Вот бы его кто-нибудь пристрелил, пока он... Краник свой еще не убрал. Как ты назвала его? Блять, а нельзя отмотать? У этого города нет будущего, у меня нет будущего, ваше здоровье. Ёбаные алкоголики, нахуй, везде. Яблочко, нахуй, спиздить, хули она. О, отмычечка, отлично. Удачно сюда заглянули. Это продадим, хотя не суть важна, так сказать. Но отмычки продать этот нужна, чтобы туда сходить. Я нихуя не пойму, что, может выйти, зайти еще раз?
Давайте выйдем, зайдем. Знаете, как сделаем? Мы, например, вот так отбежали. Ага, типа, ха-ха-ха, блядь. Вот. Все, вернулись. Надо же поговорить. Дошла она, не дошла, блядь, на кладбище? Вроде бы дошла. Угу. Так, говори. Слава духам, ты пришла, охотница. Они моего супруга тоже забрали, держат их всех в банке. Ты у нас охотница за головами, значит, с оружием обращаться умеешь. Я помогу тебе попасть внутрь. Как попасть в банк? Видела охранника у ворот банка. Он большой любитель порыться у меня в погребе. Это наше лучшее вино с приправой из сонной микстуры. Пострелять тебе наверняка придется, но по крайней мере внутрь мимо него пройдешь. Угу. Мой Ильсун тоже у них. Помоги мне вытащить его оттуда. Если кто из бандитов у тебя это вино увидит, это не мое, ясно? Я его гнилом. Дерево прячу, удачи. Я не понял, чем ты прячешь? В гнилом дереве прячешь? Ты так и скажи, я в пустом вот на кладбище в дереве спрятала. Я его гнилом дереве, блядь. Блядь. О, а как наверх? Там какая-то реликвия, он как-то. Вот, видите, артефакт. Угу. Ну ладно. Типа, а-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как, блядь, это. Красная шапочка. Я сказал, проваливай. Предложить вино. Подкупить меня пытайся, зараза. Смойся за 3-9 морей. Но венцо в любом случае оставь. Это плата за то, что я тебя в тупую задницу не надрал. А теперь сматывай удочку. Да, без проблем. Все, нихуя он как быстро откинулся. Ты чё, скотина ёбаная, на меня руку свою раздявил, тварь, блядь. Я тебе, блядь, быстро, сука. Фу, нахуй, буду я его еще таскать. Все заберу. Ебать мне на вашу репутацию, хуяцию и все и прочее. Твари ебаные, блядь. Да ёбаный ты! Подожди, подожди, подожди! Подождите, подождите, подожди! Ну-ка, блядь! Сука, сука, блядь! Загрузить, а я не помню. Ну давай последнее сохранение. Сохранялось, нет? Блять, не отпрыгнул, сука. Как он так кинул именно? И в меня ж попал. Гадюныш ебаный. Ага. А, вот мы дерево обыскали. Ну все тогда, сейчас. Надо было просто их не обшаривать. А сразу. Все это. На тебе вино. И тварь, блять. Все, откинулся. Угу. Давайте нахуй, выходите. Да мы, я, собственно, бы и без вина зашел. Подожди, не перезарядил, нахуй. Не успел. Угу. Пойдем дальше. О!
Сейчас сам себя взорвет. Красавчик. Вообще красавчик, ну. Ой, тут 30-й, это их главарь. Так вот. В стиле Макса Пейна. Ёбаный шкивок, ты чё? Сам подлез, блядь, сам ты ещё это... Иди нахуй! Начинаешь мне тут, блядь. Все такие охуенные бандюги, это я ебу, блядь. Так. Было в городке 20 жителей. Осталось в городке... Сколько тут? Два, наверное, жителя. Это барменша, нахуй. И это... Барменша, ее муж. А чё, ключ от банка? Ну давай, я заберу пока. Может, там какой-то сейф, что это? Ну, все под одно. Опять ключ от банка? Ну давай. На кольцо для ключей. Вот, видишь, на кольцо для ключей. Нахуй пошел, блядь. В смысле, стрелять почти нечем. Ты чё? Сто 120 патронов, блядь, ага. Стрелять нечем. Так, так, так. Так, так, так. Угу. Essex Must. Урожаем клянусь, да это же доярка из скворечни спешит мне на помощь. Я тебя даже не узнал без коровьи сиськи-то в руке. Ага, говорят, ты была охотницей за головами, я раньше не верил, но сейчас железкой в руке ты весьма внушительно выглядишь. Помнишь меня? Меня зовут Essex Must, и я главный эксперт по вопросам бессмертия на всем Западе. В скворечню я приехал, чтобы... Потолковать с человеком по имени Алов. Но тут появились застойщики. Хрясь меня по голове, и вот я здесь. Дай угадаю, ты ищешь своего мужа, да? Ну, да. Шайка застойщиков продает сиренам людей, как скот, на еду. Не хочешь говорить... не хочется говорить это вслух, но твой муж для них лакомый кусочек. Я видел, как его увезли туда, где держат лучшее мясо. Еще я слышал, куда они собрались дальше. Раз ты меня выпустила, то открою тебе эту тайну. Ну куда, ёбаный, говори. Охранники говорили, что они собираются в пустошью гору, в шахту большого ущелья. Если хочешь найти мужа, то они тоже там. А теперь позволь мне откланяться с той святой духи, глазами своим не верю. Шторм, меня забери. Я знаю, что это за знак у тебя на шее. Это клеймо. Откуда оно у тебя? Да, блять, про чё ты вообще... Давай так, видимо, у тебя провалы в памяти. Я слышал, что такое бывает. Интересно. Слушай, подруга, вот это клеймо, готов биться об заклад. Это магия странников. И я подумать не мог, что когда-нибудь окажусь на расстоянии вытянутой руки от подобной вещи. Можно посмотреть поближе. Ну посмотри. Вот это другой разговор. Не двигайся, просто что. Пахнут табаком. Духи милостивые, какие у тебя тут руны замысловатые, однако ты уж постарайся пули этим плечом не ловить лишний раз. Я собираюсь залечь на дно, пока тут все не уляжется немного. Если найдешь своего возлюбленного в шахте большого ущелья, передавай от меня привет. Big Gulch mine. Hope your horse is saddled up. Благослови тебя, Ев, охотница. Я уже думал, что нам кранты. Мне пора назад к жене, а там уже с ума сходит. Беспокоиться, наверное. Так. Соло, да-да-да-да-да. Пустяки. Большое спасибо. Все. Репутацию подняли. Все подняли. А вот там какой-то... Забираем, давайте, еще, ребята, вот какой-то сундучок резной. Ненужный хлам.
Так, и вот, так, вот так вот, наверное. А на этом, ребята, все, мы будем заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Поставьте лайк, дизлайк, если вам не трудно. Напишите комментарий. До новых встреч, друзья. Пока-пока.